Привет всем! Меня зовут Маша, мне 32 года, я вешу 80 килограмм. На самом деле это уже 20-я попытка записи на YouTube, поэтому я буду говорить, что хочу, потому что я абсолютно не знаю, как правильно надо начинать приветственные видео. Я решила ответить на часто задаваемые вопросы, которые задаете вы, мои дорогие подписчики, в моем Instagram. Итак, мой вес на данный момент 80 килограмм, мой максимальный вес 175 килограмм, и я весила так в 28 лет. За 4 года на ПП, правильном питании, я скинула 95 килограмм. Скидывала первые несколько месяцев очень трудно, со слезами, с мольбой, с тоской открывала холодильник, видела майонез и копченые колбасы, хотела все это в себя запихать, и вы не поверите, запихивала иногда. Потом жалела, но продолжала свой путь к стройности. С кожей мои дела обстоят не очень хорошо. Я уже как-то писала пост, что кожа моя подлежит отрезанию, и мне придется делать пластическую операцию, чего я нисколечки не боюсь, хотя меня отговаривают, говорят, что ой, да это и так классно, да это и так красиво. Да, классно, да, красиво, я не буду спорить, но выглядеть лучше. И нет предела совершенства, выглядеть лучше хочется всегда. Хочется быть красивой, подтянутой, выглядеть не на свои 32 по коже, а на 22. Ну и, в общем, хочется нравиться самой себе в первую очередь, когда я смотрю в зеркало. Потому что сейчас каждый мой взгляд в зеркало, знаете, как это, я там посмотрю вот здесь, посмотрю вот тут вот, такая пощупаю себя здесь, ох, кожа, вот, начинаю петь ей песни, и как мне хочется от нее сильно избавиться. Худеть дальше я не буду, потому что худеть дальше мне в принципе некуда. Когда я отрежу свою кожу, а ее у меня примерно лишних 15 килограмм, я буду весить 65, при моем росте в 1,70 м, это вполне себе очень даже ничего. Грудью своей, кстати, я довольна. Вот мне все говорят, ой, грудь, да надо ее тоже, в общем, там вставлять импланты. Может быть, когда-нибудь я рискну вставить туда импланты, но на данный момент я счастлива, довольна. Она у меня прекрасная, классная, красивая, и не то, что там висела раньше, да, очень большое. И, я не знаю, в общем, с трудом я бюстгальтера себе находила. Так, вопрос у меня здесь написан, поэтому я еще посмотрю сюда. Пришла к ПП. Я рассказывала, да, что плакала, залезая в холодильник. Но на самом деле осознание того, что нужно худеть, пришло ко мне после того, как за год своей жизни в браке я набрала еще 10 килограмм и поняла, что таким образом к 30 я могу весить все 200. Вот, а муж, да, и ладно, любит такую. Понятно, любит такую, это все классно. А потом ищи, свищи его, как ветра в поле. А вот где он будет, непонятно. Так, ну и, в общем-то, на данный момент с вопросами все. Я хочу вообще поблагодарить каждого из вас. Спасибо большое, что вы со мной. Я каждый раз, когда захожу в свой инста, я вижу количество прибавленных подписчиков, и мне так приятно. Я никогда не думала, что кому-то вообще будет приятна моя жизнь, кому-то будет интересна моя жизнь, кто-то будет говорить мне спасибо за мои рецепты. Рецепты, кстати, я все либо придумываю, либо беру в гугле. Это я уже, по-моему, тоже говорила, как-то и писала под постом. Через недельку-другую я обязательно выйду еще, отвечу на новые накопившиеся вопросы. Буду рада вас видеть здесь. Зовите своих друзей, комментируйте сами это видео, если оно вам понравилось. Там, по-моему, надо лайки ставить. Я вас всех жду. Всем спасибо большое. Всех вас целую. Спасибо.